В этом году ивановцы написали тотальный диктант лучше, чем в прошлом. Второй раз библиотека на Крутицкой присоединилась к масштабной акции по проверке грамотности. Средний балл в различных городах организаторы тотального диктанта на этот раз решили не озвучивать. Однако напомним, что если в прошлом году в Иванове была только одна отличница и две хорошистки, то в этом году пятерок не оказалось вовсе. Основные ошибки – пунктуационные. Текст диктанта, который написал Алексей Иванов, был насыщен запятыми и тире. Исправить свои тройки и двойки горожане смогут ровно через год на следующем тотальном диктанте. Будем проводить опять тотальный диктант, потому что мы, наверное, в области одна единственная библиотека, которая проводит. Сегодня уже приходили женщины, которые опоздали, поздно узнали об этом и спрашивали, когда будет в следующем году. Уже начали даже подготовку.